Хей, йога, с вами Жуки, мы продолжаем проходить игру под названием Япси Психо. Окей, давайте тогда продолжим. Часы у нас двигаются или нет, вот эти, мне интересно, на стены? Наверное, нет. Да, мне бы фонарик, либо что типа того. Когда бочка заполнится? Мне нужна вода. Так, ладненько. В принципе, отправляемся в библиотеку. Мы с вами... Это 7-й этаж. У нас с вами есть печать. Значит, мы можем продолжить. Да. Вы получили фонарик. Так, вы можете быстро экипировать или убрать вещи с помощью Т. Так, есть записка, которая гласит: фонарик почти разряжен, но все еще работает. Так, инвентарь. Осмотреть. Уровень заряда 0. Количество батареек 0. А не слишком жутковато. Чё, у тебя не было запасных батареек? Вы получили красную книгу. Эта красная книга, страницы пусты. Так, могу двигать. Тут довольно темно. О, вы получили 3 батарейки. 3 батарейки, ребят, давайте я, наверное, быстро выключу. Мы быстренько сбегаем сейчас на этот, на 9-й этаж. Я врублю пульт. Помните, я говорил вам за него? Так, это 10-й. Тут никто не появился. Нет, ну давай пульт заюзаем. Управление, но оно и так работает. Использовать. Вы использовали 2 батарейки. Теперь она работает. Я попробую нажать на кнопку. Убей ведьму, М. Это какой-то вид... Так, подождите. Мне нужно поставить подождать. Типа, какой прикол был? Типа, может, тут закодированы какие-то звуки, типа, знаете? А, показалось, что кровь вытекает. Минус 2 батарейки. Что он мне дает, скажите мне. Я только что, хотите сказать, просрал 2 батарейки просто так.
Для чего-то ж это нужно. Окей. Ладно, поехали. Давайте тогда изучать места, где мне нужен был фонарик. Начнем с первого. О! Привет, меня зовут Пастернак. Мисс Мэллоун. Пастернак, ты часто плачешь в душе? Что? Ни разу нет. А я постоянно так делаю. Ой, что ж, извини. Меня зовут Мэллоун. Приятно познакомиться. Ты живешь один? Нет, я живу с родителями. Точнее, жил. У меня теперь есть жилье в столице. Великолепен. Кофе? Нет. Ладно, тогда увидимся позже. Мой офис в комнате Б. Мы можем там спрятаться. Это что, Сегас? Сегас? Комната Б. Ага. Ну, ребята, вы понимаете, что это значит, да? Мы летим на пятый этаж, мы идем к ней, сейчас такие бапам. Б. Смысле, блядь? Открой, блядь, дверь, сука. Что за наёбсики? В смысле, я что, зря сюда прибежал? Ладно, давайте сюда. О! Это стол с... Так, с парой пластинковых свечей. Написано, здесь можно ставить пожертвование самой святой Ам. Стоит сделать пожертвование всего 5... Да. Я уже сделал пожертвование. Я думаю, что этого достаточно. И что это дает? На ней пришли посмотреть. Может, типа, мне нужно зажечь все, чтобы, типа, какое-то достижение получить? Типа, он... А, да, все, оно зажжено. Блять, я хочу зайти к ней в комнату. Заперто! Я хочу с ней спрятаться. Скорее всего, может, она, это она ведьма. Тебя голос, скажи мне, слушай, слышь, ты охуел, я, короче, туда пришел, а тебя там нету. Чё за фигня, чё? Опа. А я тут нема. Может, теперь она телепортнулась? Го, посмотрим. Блин, мне бы за батарейками смотреть. Ладно, 97 заряда, нормально. Она же врела Б, так? Я точно помню, что она говорила Б. Это на фекальки смотрит. Короче, мы не можем вернуться в те же комнаты, где мы уже были. Давайте я попробую в F еще зайти. Скорее всего, там тоже будет закрыто. Почему я не могу в дверь зайти? Б. Мой офис Б. Я пытаюсь войти в свой офис. Окей. Второй. Хочешь поучаствовать в тесте на повышение? Да. Назовите себя. Брайан Пастернак. Я Брайан Пастернак. Извините, но вы не работник на этом этаже, поэтому вы не можете поучаствовать в этом тесте. Повышение.
О, плюс батарея. Не открывается. Ну, я здесь хотя бы батарейки. Хе-хе, зеленый воздух жжет мои легкие. Я понял тебя. Намек на то, что нахер это нужно. Третий этаж. Подожди, а что это у нас за этаж был? Посвящение. Безопасность, улей. Так, еще здесь проход был. Так, они должны чинить корпоративный компьютер, но вокруг не души. Вы получили батарейку. Хорошо. Бля, застрял. Вы получили лист бумаги. Вы получили ломтик сыра. Заперто. Так, хорошо. Теперь, короче, могу юзать, могу не юзать, да? Так, там мне не пройти. Тут ничего нету. Хорошо, здесь мы посмотрели. Дальше нас ждет улей. Скорее всего, это... 8 это на что? Девять. А, туда я не попаду. Тут тупик, хорошо. Я на 9. 7. Ага. 7. 3. Ну, давайте тогда в улей. Посмотрим там на нашу подругу, пока у меня есть фонарь. О! Мистер Доши. Тс-тс, убирайся, убирайся, убирайся. А клянусь, он ест кабель компьютера. Короче, лучше к нему не подходи, да? Сотрудник. Я решил взять перерыв, чтобы поплакать. Иногда хорошо поплакать раз в 50 минут. Так, чувствуется. Лучше с ними прикасаться, да? Я не совсем понимаю, что он делает. Я лучше не буду его беспокоить. Пакетик кофе. Отдел кадров. На табличке написано, что это отдел кадров, но дверь закрыта изнутри. Это так гласит. Почему вы должны быть... Рады работе в Синтракоре. Первое. Мы самая большая компания в мире, и данное рабочее место всем типа людей. Столица полна безработных, и мы не хотим, чтобы вы стали одним из них. Третье. Каждый день мы получаем 5000 резюме от людей, которые хотят работать здесь бесплатно, поэтому компания в вас не сильно нуждается.
Так, карандаш. Две батарейки. Ну, по сути, офис полезная вещь. И главное потом не заблудиться. Я понял, почему это называется ульем. А, привет. Это не место для разговоров, мистер Пастернак. За нами наблюдают. Извините, мы знакомы? Никто не должен видеть нас вместе. Мы найдем для тебя твои оценки позже. Мы найдем тебе для твоей оценки позже. До тех пор... Притворяйся. Хорошо, как скажете. Так, это я уже кру... О! Пусто. Короче, я круг, да, сделал? Он очень сконцентрирован на мониторе. Так, я вижу халявную воду. Плюс батарейка. Хорошо. Еще ведьминый лист. Шоколадка. Так, они окружают вокруг чего-то огромного принтера. Походу, принтер создает вот эту херню. Может, это принтер, который мониторит жизнь? Это журналы о путешествиях, в них нет ничего интересного. Вы получили один картридж с чернилами. Давайте теперь в эту сторону. А, все. Ну, в принципе, знаете, улей такое место. Восьмой этаж. Да ладно. Это видеокассета. Так, название. Видеоклуб Мистерио. Следует за, за котом через лес. Окей. Замечать теперь, что я могу ходить без света туда. Так, походу сюда больше пройти никуда не могу. Сотрудница. Нет, нет. Ты узнаешь, что это не из-за игры с огнем или из-за монитора. А потому, что гоблин видел ведьму много раз и я слеп. Чувствую, мне туда еще не нужно. Это ржавые сломанные качели. Интересно, что это делает в таком месте? Мы получили лист. Лист. Хотите, давайте попробуем туда пройти немного. Мне кажется, я все равно вперед сильно не пройду. Да, мне кажется, я далеко так сильно не пройду, потому что здесь какие-то жуки, которые, скорее всего, меня отпиздят. Но мы довольно много с вами понаходили. Го, посмотрим, что у нас по инвентарю. 6 батареек. 7. 7, блядь, Карл. У нас целая коробка. 7 листочков. Но это, смотрите, это... На большое количество времени, в принципе. Куда нам идти? Библиотека, это у нас 7, да? Да, библиотека.
Так, окей, филины. Мы получили синюю книгу. Здесь зеленая книга, но я не могу ее взять. Так, стеллаж закрыт, но его можно двигать. Так, тихо. Да, взять. Так, я взял книжечку, хорошо. Так, это пьедестал с кнопкой. Нажать на кнопку, да. Да. Я понял, была плохая идея. Так, зеленая. Синяя. Угу. Сейчас потолкаем сов. А-а-а. Даже так едешь. Хорошо, я понял, что делать. Так, 2. 8. Так, 2 и 8. Так, вот 8. Синяя, кажется. Восемь синяя, два красная. Вот двоечка. Использовать все хорошо. Значит, мне нужно триляж немного пустить. С помощью этого мне нужно разбить. Я получил зеленую книгу. И туда. Мне нужно понимать, что да как. Так, зеленая. 12. Так, зеленая 12. Использовать, да. Так, последняя желтая. Потом, походу, мне нужно нажать на книгу, да? Ай-яй, что мне делать? Вот это получается? Да. Слышь, так я думал это. А, стоять, это... Да, я понял. Это вообще 15. А мне какой нужно? 13. Тарь. О! Чё у меня такое предчувствие, что мне лучше бы сохраниться было? Давайте, наверное, вернусь и сохранюсь, ребят. Потому что у меня плохое предчувствие, то, что я могу сейчас слить. А слить, сливать, если так говорить, мы сливаем довольно много.
мы сливаем довольно много. А я не хочу много сливать. Поэтому я лучше сохранюсь. У нас все равно еще 6 сейвов в целых. Эконом фонарик. Все, побежали. Это письмо в нем написано: «Друг мой, я бы не стал верить ей, ни единому члену этой компании. Особенно сейчас, когда она уничтожила сама себя. Любой может быть одним из ее детей, и нет возможности это предотвратить. Можно верить только нам. Троим». Подпись «Ам». А, не забываем... Вы получили лист бумаги. А, не забываем, что... Так, эта записка мне написана с... Так. С кинжалом в лапах ворона. Я надеюсь, что кошмар закончится. Теперь я остановлюсь... Так. Остановлю тебя. Отчет о его прогрессе. Подпись «Ам». Шоколадный батончик. Ах, Юга, скорее всего, ребенок. А с центра вот это она и есть ведьма. Это письмо в нем написано: «Вы не могли отправить новости еще хуже. Мы должны спрятать как можно скорее и стереть любые упоминания наших имен. Если она узнает наши личности, мы обречены». Подпись «Ам». Батареечки. Но я только заюзал, не, сори. Это существо читает книгу? Может ли это быть... Да, это молот ведьм. Нет. А, я подойти не могу. Мистер Мумия, если вы не против, то я заберу книгу. Пожалуйста, не оживляйтесь. Наконец-то я могу отнести эту проклятую книгу в центре и потом свалить отсюда. Давай, наверное, побежим. Ой, блядь, главное, чтобы сейчас на меня пауки те все-таки не напали. Привет. И я не могу позволить взять любую книгу старика. Ох, нихуя себе! Пока. Дверь заблокирована паутиной, не могу выйти. Подожди. У меня ничего нету. Блять, я тупой. Пиздец. Стоять. Это где? Ну ладно. А как мне... А босса как мне пройти? У меня есть догадка.
Так, это ж мне заново письма, да, нужно открывать. Знаете, как можно там пройти? Сейчас покажу. Скорее всего, мне нужно сов толкать на него. Если я сейчас сдохну... Если я сдыхаю, блядь, я юзаю, короче, этот... Как он называется? Ведьминскую бумагу. А что мне делать? Типа, здесь я выбраться не могу. А так я не буду что делать. Давайте попробуем. Кажется, проебался. Нет? Ай. Чё, вы мне тогда подожди. Чё вы мне тогда предлагаете делать? Я думал... Книжной полкой его придавить. Что-то смотрю, нет. Нихера. Книг тут тоже нету, чтоб я типа их поставил и закрыл его. Странно. Типа, я на самом деле без понятия, что делать. Вот, типа, он поставил мину, но я могу ее запросто сломать. Что мне с тобой делать?
Ты, блядь, скажи. Ты только скажи, что мне с тобой делать. Может, мне нужно типа теперь вниз как-то ее толкнуть? А, он насквозь книги проходит, я понял. Инвентарь. Я не врубаюсь. Если бы тут книги бы валялись, я бы книги брал. Так он же не дерется. Нанесут ли ему урон его же мины? Значит, я так подумал херово. Что я подумал хуево. Мне что, блядь, этой хуйней заниматься, пока у меня карандаши не закончатся? Ну он там еще у него внутри, я ебал сколько. Нет. Что мне делать? Ладненько, давайте, короче, тогда я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.